4 глава Евангелия от Матфея. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы эти камни сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Потом берет его дьявол в святой город и ставит его на крыле храма, и говорит ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». И Иисус сказал ему: «Написано также, не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на очень высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если падши поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею, и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Невфалимовых. Да сбудется сказанное через пророка Исаию, который говорит: «Земля Завулонова и земля Невфалимова, на пути Приморском за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они, тотчас оставивши сети, пошли за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они, тотчас оставивши лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи, и Десятигратия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана.